Добрый вечер, дорогие сябры. Вельми цікавую тему, вельми важную, про нашего национального героя, первая национальная белорусская политика. Мы будем говорить про Кастуся Калиновского. Поговорим про помники. Я уже сказал, в Мостовлянах есть помник Калиновскому, есть у Солечниках, колишних белорусских, теперь это Шельчининка у Литве, есть у местечку Свислач помник Калиновскому, там вогуле такая композиция, якую тяжко уявить, там когнитивный диссонанс начинается, коли на все это глядишь, там у скверы помник Калиновскому, ну, бюст такий, теплый помник, помник Армуальду Траугуту, так само, як и скончив Свислацкую гимназию, який означалював повстання на певному етапі на всій території Речі Посполітої. А побач помнік Леніну і одновлений вже при кінці 90-х годів помнік Сталіну. Містечку Свислач. Ось. Ну, а в столичному Мінську помніка нема Калиновському, немає музея. А повстання 1863 року. Нагадаю вам, что у незалежной уже Беларуси в середине 90-х был затверженный орден Кастуся Калиновского. Але его так никому и не вручили, а потом Лукашенко выдал указ про скасование этого ордена. Вот. Ну, как зрозуметь, чему так отбывается, треба почитать снова мужицкую правду и листы с подшибеницы. Теперь про могилу героя. Его життё оборвалося, на последний раз убачу белорусское небо, 22 соковика 1864 года, вот там, на Лукийском пляце. 22 соковика 2006 года, коли в центре Менска на Кастричинской площади после тагачасных выборов президентских стояла это намётовое мястечко, был гэты остров Свободы. Мы в вечере проголосовали за то, каб Кастричинскую площу переназвать на площу Калиновского. Вот. Будем памятать, что калісьці эту площу в центре Менска, вот, удельники того митингу, протестовцы тагачасные назвали именем Калиновского, придет час, коли это имя замацуется и на державном уровне. 26 годов было Калиновскому. Его тело завезли на Замковую гору, теперь это гора Гедемина, официальная назва, и поховали там еще с двумя десятками покараных смертью повстанцами, телами повстанцев. Их там у разный час ховали. Вот, там уже лежали порезки Болеслава Калышки, Титуса Долевского, близкого сябра Калиновского, який его катовали, не выдав в отрозне от Парфяновича никого. На месте, где поховали наших героев, находился царский гарнизон. На территории царского гарнизона поховали. И над могилой этой, ну, зравнянной землей, зробили пляцовку для гульни в крикет. И там гуляли это российские офицеры. До самого 1915 года, до Первой Сусветной войны, коли под натиском немцев, они не втекли. Не втекли с Вильни. Тогда, до речи, был разбуранный помник Муравьеву вешальнику, с якого вельми хутко зробили громадскую прибиральню с обломков этих. Вот. Ну и у 20-30-е годы, вот на той могиле, на горе Замковой, стоял мемориальный крыш, были написаны имены героев. Але коли у 1939 году Сталин передал Вильню и Виленщину, про это мы так само когда-нибудь поговорим,
А Литве, еще незалежный, да, ну, взамен на дозвол там створить советские военные базы на территории Литвы, якія потом и зробили эту так званую социалистичную революцию в 1940 году. Так вот, как только зайшов литовский экспедиционный корпус у Вильню, в одну из ночей это могила, мемориал этот был знищенный, поганенный и знищенный. Вот. Потому что тогочасные литовские влады не лечили Калиновского и Сираковского своими героями. Вот. Тем более такие были стосунки напруженные тогда у Литвы и Польши. Бо до 1939 года, до этого вызвольного так званого похода Червоной армии, Вильня была в складе польской державы, или была неофициальной столицей как бы, Заходней Беларуси. Ну, коротей, это все было зруйновано землей, и ничего не нагадывало, что там похованы наши герои. Але, как бы, ну, само небо, напевно, само небо не вытримало этой несправедливости. У 2016 году отбылся этой оползень на горе Едемина, и открылись человечие порезки, и первыми открылись порезки Зигмунта Сираковского, и там был знойденный заручальный перстенок, где было написано «Зигмунт Аполлония» и дата веселья. Это свечило необвержно, что тут повстанцы 1863 года. Ну, отбылась эксгумация, экспертиза, вот, и там тогда это царские солдаты таемно побач с Калиновским поховали, я хочу назвать это имены, Зигмунта Сираковского, Титуса Долевского, Болеслава Калышку, двух ксензов-патриотов, Станислава Ишору и Раймунда Зимацкого, и еще 14 повстанцев. Самый молодый из них, Карл Сипович, имел 19 годов, а большинство, как и Калиновскому, не исполнилось еще и 30. И вот их порезки были урочисто перезахованные в листопаде 2019 года на могилках Росу. Кто-то из вас, махчима, был тогда в Вильне. Вильня была бел-червоно-белый от наших стягов, потому что туда приехали тысячи, а может быть и десятки тысяч. Хоть это, ну вот вы там бачите одного знакомого персонажа на левом сдымку, да, с шаликом. Хоть это был працовный день, пятница, хоть спочатку меркавалося, что в субботу будет это похование, але столько было как бы заявок на визы, что ну просто не справлялись это. Амбасада литовская, ну и, напевно, певная была застярога, что занадто шмат приедет белорусов, и застярога была недаремная. Покольки Вильня зробилася бел-червоно-белой, то тады на гэтый пляц катедральный в Вильню почали звозить школьников, студентов и солдатиков с литовскими стягами уже. Вот, каб крыху разбавить гэта море бел-червоно-белых стягов, это была такая могутная национальная манифестация, это была такая своеобразная, может быть, прелюдия до подей 2020 года. Ну и похованные были порезки повстанцев на могилках Росы. Вот у этой каплицы, этой ружовой каплицы. Ну, коли вы приедете в Вильню, то обовязково поспробуйте наведать эту каплицу найперш. Вот. Попередне только поглядите, коли она отчинена. Вот. Как не поцеловать замкненные двери. И в уголе на этих могилках там, можно сказать, таки целый пантеон выдатных деячов нашей истории, нашей культуры. Там недалеко от каплицы похованный Владислав Сорокомля. Вот, там символичная могила братов Луцкевичев, как бы батьков Белорусской Народной Республики. Там похованная вот и Людвика Ямонт, сестра Марии Ямонт. Так само и на ее могилце завсёды бел-червоно-белые стужки, кветки.
Ну и на закончение хочу вам сказать, что коли хтось захочет больше доведаться про особу Калиновского, знайдите, она есть в интернете, я думаю, книгу Геннадия Киселева «С думой про Беларусь». Подробязный летопись жыцця и деятельности, наша национальная героя, первая наша национальная политика. И недавние уже книги, это книга Василя Герасимчика «Константин Калиновский. Особа и легенда». Я думаю, так само ее можно найти. И книга Сергея Обломейки, она докладно есть в интернете. Треба поглядеть сайт «Радио Свобода», «Библиотека Свободы». Сергей Обломейко, книга «Калиновский. Политичное нарождение Беларуси». Вось. Ну и больше про повстання, про Калиновского можно доведаться вось тих нескольких моих перевыдаденных у Белостоку книг, вот, какие тут можно набыть, отримать автограф. Это книга «Имены свободы», вот самая такая серьезная, объемом. Там несколько десятков портретов повстанцев и повстанцев Костюшки 1831 года, и на первых повстанцев 1863, у Тимлику и портрет Марии Яман там вмещенный, короткий оповед про ее и Аполлонии Сираковской, и Камилы Марцинкевич, это героини повстання, наши женщины, про это мы так само будем говорить. Вот. И там еще книжка «Айчина», другая частка, там несколько разделов, присвеченные подеям повстання, повстанскому прудору, и книга «Таємниці полоцкой истории» про то, как повстання отбывалося, ну, у моих родных мястинах, у предвинні, коли я был студентом исторического факультета. А нам с профессорской кафедры, вот, наш профессор сказал, ну, это там восстание, знаете, оно там где-то далеко на западе было, так, вот, а далеко на западе, а там нейде в Виленской губернии, там, а Виленская губерния починалася за нейде 20 километров от Полоцка, да, это вот Десна уже была, это Десна, до якого там 20 километров от Полоцка, это уже была Виленская губерния, да, вот там далеко на Заходе, хотя и на Полоччине было повстанне так само, и повстанский лагерь был, один из повстанских лагеров за 30 километров от Полоцка, каля вёски Бікульничі, вот, это там где наш этот Стоунхендж белорусский, вот, и с зимовых вакаций 1863 года большая частка навученцев Полоцкого кадетского корпуса не вернулась. Пошли в повстанне. И корпус был расформированный, перетворенный на несколько годов в войсковую гимназию. Ну и традиционная наша викторина. Можно, конечно.